Азиатская организация по сотрудничеству в лесном секторе АФОКа поможет Казахстану в восстановлении лесов и предупреждении пожаров. Об этом в Сеуле на встрече с вице-президентом этой организации договорился депутат Мажилиса Едель Жанбыршин. Председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию прибыл в Корею для участия в межпарламентской конференции по окружающей среде и развитию стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мажилисмен также рассказал коллегам из других государств о том, как в Казахстане борются с изменением климата. Корея өзінің орман алқаптарын қайтан қалтына келтіру үшін. За 50-60 лет в Корее для того, чтобы восстановить леса, посадили 11 миллиардов деревьев и восстановили 2,5 миллиона гектаров земли. В связи с этим мы предложили корейской стороне использовать у нас их богатый опыт. Мы обсудили вопросы проведения обучения, чтобы донести до нас возможность использования их технологий или других важных для нас возможностей, или приглашение наших граждан для прохождения практики.